Полицейские миграционные службы отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Проверили предприятия, которые занимаются лесозаготовкой. В основном иностранцы работают операторами и станочниками деревообрабатывающего цеха. Многие из них не первый раз приезжают в Советский район, а поэтому закон не нарушают. Патенты на трудовую деятельность у них в порядке. Условия труда и проживания самих приезжих устраивают. Однако во время проверки полицейские выявили 4 мигрантов, которые нарушили режим пребывания на территории России. Теперь их ждет штраф. За отчетный период на миграционный учет поставлено 2008 иностранных граждан. А в соответствии с 2021 годом увеличение на 780%. Основные миграционные потоки формируют граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.